В моих руках находится латунная минора, один из самых главных символов иудаизма. Семиглавый подсвечник, сделанный из латуни. Смыслов очень много у него. То есть в интернете, в принципе, материалов можно посмотреть, почитать. Я в данный момент расскажу не о духовном смысле этого подсвечника, а о том, как он сделан. Вот эти вот, скажем так, ложа для свечей, все откручиваются, разбираются, ножка тоже откручивается. То есть, в принципе, его можно собрать в более компактную форму. Сделан из латуни, хорошо так отполирован. В принципе, вещь такая, скажем, несущая в себе и духовное начало, и декоративное. В принципе, в нашем магазине есть несколько вариантов таких подсвечников. Заходите, выбирайте. Спасибо.